По меньшей мере 17 человек погибли в результате удара Цахал по школе в Нусирате, центральной части сектора Газа. В здании жили перемещенные лица. Об этом заявили представители местной больницы. Палестинские медики утверждают, что большинство убитых – женщины и дети. Десятки людей получили ранения. В то же время израильские военные заявили, что нанесли удар по боевикам Хамас, которые находились в школе. Группировка, подчеркнули в Цахал, использовала здание учебного заведения для подготовки и проведения атак на военных и на Израиль. Представители армии обороны Израиля неоднократно указывали на то, что боевики намеренно и систематически смешиваются с мирными жителями. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Израиль достиг большинства своих стратегических целей в Газе, уничтожив значительную часть военного потенциала Хамас, что открывает путь к долговременному прекращению конфликта. На юге Ливана Цахал ведет операции против группировки Хизбаллах, которая не прекращает обстреливать север Израиля.